Салам пополам, земляне, земляне с вагинами. Как вы видите, уже вечер, суббота. И коту поднял час прилива. Время стошнило прокисшей золой. Город штормит, ухмыляется криво, штурмом взяв финскую финку залива, режет на смерть чухонской водой. Серая нечто с морщинистой кожей, усыпанная перхотью пепельных звезд. Стонет и пьет одноглазая рожа. Жалко скребется в затылке прохожей бледным потомком прокуренных грез. Траурный митинг сегодня назначили мы по усопшей стране, господа. Все песни распроданы, смыслы растрачены. Где вы, герои войны и труда? Заколотили мы в рощу дубовую и закопали на дне подневой. Надо бы, надо родить бабу новую, светло-понятную, идейно-толковую. Да грешный наследный вредит геморрой. Кладбище, небо, хлебнув политуры, взракетило дыбом мачты волос. Мне снится потоп сумасшествий культуры. Пушкин рисует гроб всплывшей культуры, а медный Петр добывает стране купорос. Ну что, 9 часов вечера. Мы играем против Дома культуры. Не трогай. Ну давай, Леша. Вот, а сразу же момент возле наших ворот. Очень неприятно, потому что защитник проиграл борьбу. Козлиный момент, там и потеря была, и защитник проигрывает борьбу. Подаем угловой сейчас. Ой, чуть-чуть. Домой возвращаемся, ребят! Друзья, сегодня уже воскресенье, играют наши соперники по группе. И нам надо, чтобы белые не проиграли. Потому что вот эти черные, лунный свет, они нас опережают по разнице мячей. И как раз белые ведут 1-0. Вот специально бросил все дела и пришел сюда посмотреть. Это опасный штрафной мог бы был быть. Но так не случилось, потому что бездарно господин Тинтул пробил. Пробил точно в игрока, в единственного, который стоял в стенке. Но атака еще не закончила, момент не отыгран. Вот, и сейчас смотрите, сейчас будет заброс. И он убежит и выйдет 1-1. Но в связи с общей недоразвитостью организма, он запорол этот момент. Опасная атака Суры была. И сейчас Далс убегает в контратаку, но не убегает, потому что не смогли убежать. Мяч вышел в аут. Вот они. Вот это футбол третьей лиги. Вот он прошел. С такими длиннющими ногами. Просто на шаге всех обыграл. Ну, пока нас устраивает результат. Абсолютно все устраивает. Пока устраивает. Вот это ничего себе. 4-1. Ужас. 4-1 выходят и такую фигню творят. Это просто за гранью моего понимания. Короче говоря, друзья мои, уже вечер воскресенья. Наши соперники сыграли. А вот то, что вы видели матч, победили беленький, как раз ЛФК Сура. Нам это на руку. Мы смогли оторваться от Далса. Но в то же время Спектр и Орс одержали свои дежурные победы. Ну не совсем дежурные, Спектр с большим трудом выиграл. А про Орс вообще ничего не могу сказать, не видел ни одной игры. Поэтому, в общем-то, игра с ним будет сюрпризом.
В общем, вот такая вот у нас ситуация. Сейчас мы на втором месте по разнице мячей. Но в любом случае сыграно очень мало, всего-навсего 25% матчей. Нам еще играть, играть и играть. И, соответственно, необходимо относиться к нашим играм серьезно. Максимум внимания, максимум самоотдачи. Ну и, соответственно, побеждать. Непобедимых соперников вот в нашей зоне явно нет. Добрый день, друзья. Понедельник. Нахожусь возле 6-й городской больницы на пруду. Решил поснимать. Вот здесь еще лет 10 назад, вот на этом месте, загорали люди. Еще плиты не были такие разбитые, как сейчас. А теперь вы видите, что все не очень красиво. Плиты проваливаются, уходят волнами. Я не снимаю специально вот что-то плохое. Вот даже если бы я захотел сделать плохо, у меня бы так не получилось. Просто место до такой степени запущенное, что не очень приятно здесь находиться. Хотя по-хорошему, конечно, можно было бы сделать это каким-то классным местом для отдыха. Но единственное, что остается надежда, когда построят вот здесь вот дома. Вон там даже видно, строительство идет. И благоустроят набережную, облагородят. Может быть, тогда что-нибудь изменится. Но пока вот такая вот далеко не самая приглядная картина. Хотя, еще раз повторюсь, место для отдыха очень хорошее, в черте города, удобная транспортная доступность, но все уже в печальном состоянии. Вот пляжик, с которого я как-то снимал видео, его можно посмотреть по ссылочке. Ну, здесь сегодня сыро, потому что все выходные шли дожди. Ну и вот, смотрите, отходы жизнедеятельности аборигенов. Я давно уже говорил, что Пенза превращается в колхоз в самом плохом смысле этого слова. Где живут, там и срут. За собой убрать, видимо, не позволяет, не знаю, то ли религия, то ли, блин, воспитание, то ли это все вместе. Ну, короче говоря, свинарник еще тот, как вы видели. И вот подумаешь лишний раз, а стоит ли здесь отдыхать, возле воды побыть, с детьми погулять, когда видишь вот такое вот свинство наших с вами дорогих россиян. Вот еще одна мусорка, блин. Ну, здесь, слава богу, хоть чуть-чуть убрали, снесли, но, как видите, никто не почесался убрать этот мусор отсюда, вывести его. Не знаю, кто за это отвечает в данном месте. Ну, какие-то не совсем хорошие люди, раз позволяют себе вот такое вот. Да, кстати, запашок еще тот. Фу. Хорошо, что видео не передает всю палитру запахов от этих так называемых помоек. Добрый день, друзья. Сегодня уже вторник. И вот смотрим, как продолжается ремонт крыши дома. За неделю сделали достаточно много. Более половины вот этих вот деревянных как оснований, вот я не знаю, как они правильно называются, уже положили новые. И как вы видите, они красноватого цвета. Почему они красноватого цвета? Потому что в соответствии с правилами противопожарной безопасности, не противопожарной, простите, а пожарной безопасности, они обрабатываются специальным составом для того, чтобы не вспыхивали как спички. И он такой вот состав красноватого цвета, и поэтому вот эти доски, они получаются красненькие. Ну, посмотрим, сколько еще будут ремонтировать. Мне кажется, его где-то, ну, наверное, месяц плюс-минус. И крыша будет вот точно такая же, зеленая, новая. И вчера я обратил внимание на то, что очень много
крыша отремонтирована. Это внутри вот этих вот кварталов. Очень много крыш заменено. И вот в этом плане мэрия проделала просто титаническую работу по ремонту кровли. За что им огромное человеческое спасибо. Добрейшему всем утречка, дорогие мои друзья. Решил, не я решил, а просто надо идти в больницу, взять справку об эпид-окружении для дочери. Выходит завтра на тренировки, поэтому необходимо. Вот в связи с коронавирусом, вот с этими всякими вещами. Ну, а у меня в жизни произошли очередные изменения. Я вчера покинул свою команду. Может быть, это несколько нелогично выходит, да, что команда моя, ухожу я. Ее там можно было распустить, но я это делать не стал, потому что сложился вполне себе хороший коллектив. Ребята между собой дружат. Зачем это делать, я не знаю. Поэтому я просто решил сам уйти. Ну, чуть-чуть подустал, там еще есть причины, об них говорить не будем. Но в любом случае, теперь для меня «Динамо Киев» – это пройденный этап, закрытая дверь. Перевернутая страница жизни. Ну вот так вот. В принципе, жизнь она продолжается. Я думаю, что все будет хорошо, и у меня начнется совсем другая история. Но это уже мы увидим в следующих сериях. Всем пока, друзья.